Управление Приднестровско-Молдавской Республики. Вчера она была с нами на всех переговорах, мероприятиях, поэтому мы попросили ее сегодня открыть второй день форума с доклада. Пожалуйста. Я прошу прощения, что вчера мне не удалось принять участие в медицинском форуме. Вчера была секция, которая посвящена инфекционным болезням. И учитывая, что по специальности я фтизиатр, я подготовила доклад об эпидемиологической ситуации по туберкулезу в нашей республике.